Я художник-акварелист из России, город Москва. Я состою в многочисленных союзах, в том числе акварельных, таких как, например, Международное акварельное общество, Евразийский художественный союз и Международный художественный фонд. Hello, I am Regina Potapova, and I am a watercolor artist from Moscow, Russia. I am a participant of numerous exhibitions all around the globe, and also I am a member of International Watercolor Society, Eurasian Art Society and International Arts Fund. Ну, я начала рисовать, наверное, с тех пор, как смогла взять карандаш в руки, и, пожалуй, это было, наверное, года в два. С тех пор я рисую, исследую разные стили, разные виды красок, и обнаружила для себя, что акварель, пожалуй, для меня, это самое лучшее средство, самая лучшая форма выражения моих чувств и тем, чем я хочу поделиться с людьми. I started painting pretty much ever since I was able to hold a pencil in my hand. It was almost like an obsession I was born with. I've been painting ever since, and through my exploration with different styles and kinds of paint, I have found out that watercolor is definitely the one and only for me. Из тех видов акварель для меня это, наверное, единственное, что может проецировать свет и прозрачность так, как они должны быть. Ее разнообразие и уникальность почти гипнотизируют людей, которые ей любуются. Но, наверное, ничто другое не может использовать простой белый цвет бумаги с такой элегантностью и утонченностью. So, of all the different kinds of paint, watercolor is the only one capable of projecting the lights and transparency the way that they should be. Its diversity and uniqueness have almost a hypnotic effect on people admiring it. Nothing else can use a plain white paper color with such finesse and elegance. It's almost like a fine-tuned musical instrument that can deliver both harmony and contrast in the same efficient way. Watercolor is not about an object, but a feeling. Да, это почти как идеально настроенный музыкальный инструмент, который одинаково эффективно передает гармонию и контраст. Акварель для меня это не об объектах, это о чувствах. И я очень надеюсь, что мои картины принесут вам удовольствие. I really hope that my paintings will bring you as much pleasure as they do to me.